Более 2000 юных жителей муниципалитета стали зрителями ледового представления, которое прошло во дворце «Армада». Ребятам показали сказку по мотивам знаменитого произведения Андерсена «Снежная королева». Красочные костюмы, оригинальное музыкальное наполнение, великолепная игра артистов. В этот раз ими стали фигуристы театра на льду «Алека», погрузившие зрителя в сказочную атмосферу. Благотворительная елка главы муниципалитета стала частью предновогодней программы. Для юных зрителей были даны два представления в 12 и 16 часов. Более 50 волонтеров оказали неоценимую помощь в проведении мероприятий. Ребята сопровождали гостей, выдавали подарки, помогали разместиться на трибунах. Накануне состоялся инструктаж, в ходе которого волонтерам объяснили, как необходимо действовать на массовых акциях. Что должен знать и уметь волонтер? Ну, первое, волонтер должен знать то, что он должен быть все-таки приличным человеком, грамотным, красиво выглядящим и очень добрым. Театр на льду «Алека» – один из ведущих коллективов России. Актеры владеют акробатикой, умеют кататься на одноколесных велосипедах, используют в постановках коньки-ходули, в репертуаре балеты, сказки, ледовые композиции. С хорошим настроением новогодним пришли сюда, еще услышали, когда подарки, больше обрадовались. Всего в предновогодний период елки главы посетили более 7 тысяч юных жителей Одинцовского района. Впереди праздники и еще одно представление, которое состоится 4 января. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».